Добрый день, меня зовут Евсеева Ольга Викторовна, я жена Евсеева Дмитрия Дмитриевича. Хочу сделать обращение к председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину и председателю, исполняющему обязанности председателя Саратовского областного суда Кляпину Олегу. Мой муж в июне этого года был осужден по статье 290 Ленинским судом города Саратова в лице судьи Оксаны Колумбековой. Был вынесен обвинительный приговор. 16 декабря этого года состоится апелляционное рассмотрение нашего дела. По моему мнению, в ходе следствия было допущено очень много как процессуальных нарушений, так и по существу самого уголовного дела. Кроме этого, считаю, данное преступление было так и не было описано следствием. В ходе расследования моим мужем было направлено очень много ходатайств в адрес транспортной прокуратуры, которая вместо прокурорского реагирования занималась отписками. Все обвинения строятся исключительно на предположениях и на словах двух людей, без приведения каких-либо фактов по существу. По нашему мнению, следствие не провело анализа ни должностных полномочий, ни изъятых таможенных деклараций. Следствие было очень сильно затянуто ввиду отсутствия не просто доказательств. Версии следствия постоянно менялись, соответственно, с этим менялись и показания свидетелей. Один из ключевых свидетелей так и не был допрошен судом, то есть сторона защиты была лишена возможности допросить данного важного свидетеля. Кроме этого, не имеется ни копейки ущерба государству, несмотря на все ходатайства со стороны защиты был вынесен обвинительный приговор. Сторона защиты ходатайствовала об ознакомлении с протоколом судебного заседания после вынесения приговора и с аудиозаписями. Протокол судебного заседания имеет признаки фальсификации, а именно в 14 заседаниях протокол вела Андреева, секретарь Андреева, которая на момент составления и подписания протокола судебного заседания была уволена из суда. Данный факт стал известен защите в связи с нахождением в материалах дела акта об утере аудиопротокола, якобы по вине Андреевой. Далее стороной защиты была проведена экспертиза подписей, которые имеются в протоколе судебного заседания. Сравнивали с подписями, которые имелись в выписке из протокола судебного заседания по изменению меры пресечения. Выводами данной экспертизы было подтверждено, что подписи, которые имеются в протоколе судебного заседания, выполнены, вероятно, не самой Андреевой. Кроме этого, аудиопротокол, который был выдан стороне защиты, не является непрерывной записью. Из 120 аудиофайлов больше 20 были обрезаны, и все это было сделано, по нашему мнению, исключительно с целью вставить в протокол судебного заседания либо наоборот вставить, либо убрать то, что не ложилось в версию суда и обвинения. Также для того, чтобы скрыть существенные процессуальные нарушения, которые неминуемо привели бы к отмене приговора. Также моим мужем в процессе судебных заседаний велась собственная аудиозапись. Это разрешено законом. Заседания проходили в открытом режиме. Стороной защиты также была проведена экспертиза данных аудиозаписей в сравнении с аудиозаписями, выданными судом. В результате проведенных экспертиз выявлено, что запись моим мужем не имеет признаков монтажа, непрерывно, и на ней звучит голос судьи Колумбековой. Также выявлен аудиофайл, переданный судом, который обрезан, а в протоколе судебного заседания вставлен фрагмент, которого даже не было в суде, то есть он не был озвучен. То, что этого фрагмента не было, подтверждается нашей аудиозаписью. Все это было сделано не просто так. Мы считаем, что в связи с тем, что следствие так и не смогло доказать виновность моего мужа, а также допустило большое количество недопустимых процессуальных нарушений, протокол судебного заседания был изготовлен единым документом, а не частями, хотя мы ходатайствовали об изготовлении по частям. Потому что именно в конце судебного следствия в суду надо было изготовить весь документ, уже зная, под что подгонять протокол судебного заседания. Данный факт привел к тому, что пришлось подделывать подписи уволенного секретаря во всем документе. То есть получилось, что Андреева, уволившаяся ранее июня 2021 года, якобы подписала протокол судебного заседания 9 июля
2021 года. Отдельно хочу сказать, в связи с чем была изменена мера пресечения моему мужу с запрета определенных действий на помещение под стражу. Как я уже говорила ранее, мой муж активно защищался и писал жалобы в прокуратуру, ответы по которым обжаловал. В связи с тем, что им был получен ответ на почте из вышестоящей прокуратуры, также был осуществлен звонок в вышестоящую прокуратуру, хочу заметить, с разрешения надзирающего органа, была изменена мера пресечения. Якобы именно эти действия моего мужа мешали судебному следствию. Нашим адвокатам и моим мужем были поданы в Следственный комитет Российской Федерации заявление о преступлении, ответ на которое до сих пор не получен ни адвокатом, ни моим мужем. Прошу председателя Следственного комитета Бастрыкина обратить внимание и провести проверки по изложенным фактам. Учитывая, что судья Кулумбекова уже выносила обвинительный приговор, не убедившись в личности подсудимого, и продолжает работать судьей. А также хочу обратиться к исполняющему обязанности председателю Саратовского областного суда Ляпину Олегу в надежде на справедливое рассмотрение данного уголовного дела.